Самая запиканная вот, в парадоксе. И
Я для чего, что я трогаю про историю парковщика. Вот эти люди, которые все ненавидят, которые разрушают наши семейные бюджеты, ходят с фотоаппаратами, мы сделали из него честного, порядочного человека. Да? Играл Саша Ролис, а Ира Гоблесна сняла. И мы продолжим свою речь кинематографиста. Хотя по образованию она медик. Но ни разу не работала в своей профессии. Да? Ты как это называешься? Провизор. Но подружились на этой почве, она знает все лекарства, которые я пью. Послушай, вот это коротко. Все артисты снимались бесплатно, в свободное время. То есть мы не снимали это как стабильную картину, полуметр, на чьи-то деньги. Мы делали это своими средствами. Я рекетировал друзей, когда у меня денег не было. Когда я зарабатывал на съемках, мы вкладывались. То есть у нас была мобильная своя собственная съемочная группа и телефонная книжка друзей актеров, которые всячески пытались избежать от нас. Но костяк, те, кто снимались у Миши Полякова во время «Жить, верно, умирать», он как бы стал костяком этого процесса. И все ребята, конечно, зная этот короткий метр, все откликались и шли у нас на поводу. За этот короткий метр Миша получил приз на кинотавре, приз критиков и «Золотого орла». И был успех. Тарам-парам-пам. И это нас вдохновило, мы начали даже писать киносценарий относительно именно этой съемочной группы, потом мы завязали, Миша начал выписывать свое, я свое, мы поругались, помирились. Я предложил это в альманах, он сейчас сказал, ноги не будет мои, как пирожки у тебя, но так как я старше, он меня уважает и любит, а я его лоббирую, Миша будет снимать вот скоро, и, дай бог. Ну ладно, не буду об этом. В общем, говорят, он набирающий вес режиссер, выиграл, кстати, второй раз подряд. И что ты выиграл? Пилоты, конкурс пилотов. Да. Миша, ты вот скажи, что это. Лучший телевизионный пилот. Вот. За сериал «Родительский комитет», который скоро видит. Вот, а что ты рекламируешь? Да, снимал не я. Нет, снимал не я. Ну, но пилот не лучше. То есть не смотрите. Смотрите только пилотную серию. Вот. Должна подъехать Люба Толкалина, еще наша любимая Юрика. Сейчас к 6 часам. Хотите задать какие-то вопросы? Да. Да, хотите. Давайте. Ну, Виктория, у вас такой вопрос. Сейчас вы не смотрели фильм, поэтому без обид. А можно ли сказать, что это карикатура? Является ли карикатура сегодня обидным жанром? Карикатура, знаете, это такое слово старое. Напомните мне, что оно означает? Ну, раньше таким образом, может быть, высмеивали, что ли, по-русски, ситуации. Ну, сатира, да, вот. Карикатура – это вообще как из крокодила, карандаша. Ну, да, в этом есть сатира, безусловно, там есть сатира социальная. Мы писали короткий метр о пробках московских. Я не жалею, что его не выложил и не сделал из этого кич какой-то, и я там удержался, и слава Богу, потому что Москва преобразилась, я отмечал, кстати, будучи поддержки Собянинского штаба, меня задавали тот же вопрос, вы сняли там короткий метр про пробки, я сказал, да, и более того, мне даже помогали какие-то вещи организовывать. Я считаю, что те вещи, о которых говорят на кухне, нужно придавать им художественные облики, образы, и они должны работать, как сказал Карл Маркс, я его сегодня цитировал уже, общество, когда общество смеется, оно высмеивает и забывает свое прошлое. Это нормальный процесс, который должен происходить. Если это не делать в кино, то где это делать? Так что, ну, карикатура это, наверное, это скорее картинки. А это сатира, киножурнал, хочу «Ералаш». Вот, да, там так, смеялись, кстати, громко смеялись. Ну да, что-то есть от этого. Есть у меня там большая история, такой не совсем стандартной, но очень современной. Романтической
истории Балаги, нерешенной тоже парадокса. Я назвал картину парадокс. По названию обычные парадоксы небытия. Самое странное созвучие, взятое мной из спектакля «Упражнение в прекрасном». Мы как-то придумали эту глупую реплику, и я почему-то хотел ее картин 5 уже назвать. И как раз вот для этой картины оно подходило. Здесь обрезали двух сторон. Оно парадоксально. Действительно, ситуация и с пробками плитка московская была парадоксальна. И «Время жить, время умирать» — наша киношная история. Вообще, мне кажется, вся жизнь наша соткана из парадоксов. Вот. Главное, как к ним относиться. Как работает наше воображение, что оно может развить из этого. Знаете, мы можем уже воображать одно и то же событие, мы можем воображать и разукрасить, и выйти с достоинством из этой схватки. А какое-то событие может нас убить. Мы единственное, чего не можем делать в жизни, это не воображать. Так лучше уже тогда подключать и брать воображение, хорошее воображение, творческое воображение. Вот его мы здесь и использовали. Оно, мне кажется, эта картина такая, она может нестандартна, потому что она не сделана по лекалам там наших, как называют, партнеров и коллег. А здесь более авторский подход. И мы снимали что-то по наитию, придумывали, могли изменить сцену, переснимать, услышать артиста, снять какой-то эпизод дополнительный, потом выбросить это, соединить. Ну, то есть это был такой творческий процесс, чего, я вам скажу, мало кто может позволить себе в кино, когда все работают ради денег и осваивают какие-то бюджеты. Мы не осваивали никакие бюджеты. И для меня это было принципиально, чтобы снять кино, когда прокат пройдет, я скажу, сколько честно стоило это кино. Пока я буду помалкивать, но чтобы не отпугнуть зрителя и вас, за сколько можно снять кино, если вот все будут просто работать. Но это понимаете, это не экшн-жанр, это разговорное, комедийное приключение. Вот у нас там вертолеты летают, и макеты есть. То есть мы изобразительный ряд сделали качественным, по-другому не могли профессиональные люди. Поэтому насчет сатиры, конечно, на Comedy Club будет я сейчас. Все на сатире все сидят. Конечно, сатира, а что еще? Сатира. А как Comedy Club, получается, Лапка снимала того, чем сам кидается. Еще раз. Половина смеется, половина обижается. Вот момент вот этот вот. Половина смеется, половина обижается. Ну, была ли цель кого-то высмеять намеренно? Нет, такого личного месть за что-то нет, конечно, нет. Что у нас все персонажи позитивные, и у меня в финале было вообще Москва златокаменная, красивая. Ну, мы просто уже мы ее отсняли, но мы вырезали, потому что она и так такая стоит, ухоженная, чего показывать. Ну, случилось, 2 года прошло, как мы сняли, если не 3. 3 года назад, в августе месяце, в это время уже был готов короткий метр. Точно, все же год мы сидели. 3 года назад я мог это выложить. Но тогда это был бы эпатаж, тогда бы я бы это самое был бы революционером. А так как я революционер слабый и забывчивый, то я теряю интерес к революции очень быстро. Вот, поэтому я занимаюсь другими. Если делать революцию, то на сцене театральной. На киноплощадках, мне кажется, тут территория для революции меня больше. Вот, никого не высмеивали, ну, уж точно. Ну, благодарность их почитайте. Чего еще? Спросите еще что-то. Какие музыкальные гитаристы вошли и как их разбирали? Это, ну, какие-то там музыкальные темы, если приказы. Так как картину делал я вам скажу, здесь, конечно, музыка моих друзей. А у меня много друзей музыкантов. Я вам скажу, чтобы если вы по правилам всю как бы эту музыку, то бюджет картины вырос бы процентов на 50 от того, что он сейчас составляет. Вот Толя Родненко пришел. Героев наших,
Садись, Павел, мы о тебе еще не говорили. Вот. И, конечно, здесь, так как происходит действие в пробках, то там звучит музыка современная. Но она и звучит. И свои треки подарили Саша Рева и студия Вельвет в полном составе. Помогла мне. Мы использовали много классической музыки, кстати. Там мы права покупали. Вы знаете, что похоронный марш стоит дороже свадебного? Все говорили, что это было узнали. Хотя он написан давненько, да? Оказывается, столько вот за это мы как раз платили. А современные исполнители нам дарили свою музыку, доверяют. И это нам спасало, конечно, развязывало чьи-то руки. Вот там есть пару моих треков с кровью операционной, но есть песня «Созвездие любви». Если вы досидите до конца, то мы споем. Это, кстати, слоган нашего фильма. У нас режиссер картины, он на премьере, а премьеру мы снимали в Доме кино, почему мы здесь собрались. Мы начнем непосредственно с этого кадра. Как мы снимали, 2 года назад мы снимали здесь, примерно в это время мы снимали финал. И наш режиссер выходил и говорил: я прошу вас, досмотрите. Несмотря ни на что, досмотрите. Это мечта каждого режиссера, который представляет картину, я вас уверяю. Андрей Новик присоединился к нам, наш друг, партнер, коллега, с которым мы прокатывали очень много картин. И сейчас Андрей нас поддерживал, конечно, когда я звонил и говорил: Андрей, ты представляешь? Мы нашли день, когда все могут сниматься, и Андрей нам поддерживал, помогал. Есть еще один Павел Буря, известный тоже начинающий нарезки кинопродюсер, который сейчас там, по-моему, Хайп продакшн. Мы снимали у него дома. Он проклял нас, мы уничтожили его буквы в пол. Он был молодой еще продюсер, я не знал, что такое снимать кино, мы дружили. Я говорю: дай мы тебя поснимаем, сколько? Ну, 2 дня максимум, в той неделе там сидели. И он когда зашел, увидел пол весь был. Ну как, мы старались. Но это киношники, вы же знаете, как кино снимают. Он сказал: будь ты проклят, но пригласил нас пригласили в прошлом году в Благовещенском фестивале. И мы привезли картину. Мы с Пашей сели в экономы полетели. И он говорит: вот смотри, а он владелец кинотеатра Благовещенска, перешел в фестиваль через полчаса. И он говорит: смотри, я сейчас приглашу маму и папу. Мама и папа, говорит, вы врачи, известные в Благовещенске доктора. Мама детский педиатр, папа хирург. И такие добрые, позитивные люди, они когда не очень любят кино, им доверяют. Вот если им зайдет кино, все, я тебя прощаю. И мы пришли и сели. И мама вышла счастливой, сказала: сынок, это первое кино, которое я видел в кинотеатре, которое принесло мне столько счастья. Вот. И Буря сказал: все, даже если вас никто не возьмет в прокат, я единственный, как идет, буду делать, а так в течение года. Но наша армия растет, и эту картину, как я говорил, мы показывали на 6 фестивалях. Мы не могли входить в конкурсы, потому что у нас сразу несколько авторов. Альманахи не берут у нас конкурсы. Должен быть одно ответственное лицо режиссера. А у нас три. И нас не брали. Но мы зато проехали фестивали, и 6 фестивалей. У меня даже есть записи, и чем я убеждал прокатчика, я убеждал реакция зала. От маленького 200 человек до крупного. Вань, куда мы ездили? Крупнее всего. Это второй режиссер. В Нижнем. Где-то мы ездили вообще в 1000-й зал, и была победа. Чем больше зал, тем более бурная реакция. Ну, нас, к сожалению, нам это не угрожает в связи с коронавирусом. Но, я так понимаю, в зале можно сидеть же по 2 человека, да? Через одного. Ну как, если мы с тобой пришли, все знаете. Да, если там завязано. Там через одного. Ну, по желанию можно отрезать. Но если мы вместе. Или на коленке. Мы снимали как раз в зрительном зале. И примерно было столько же людей, мы пересаживали массовку. Я помню, двигались все время. Вот.
Ничего, спросите еще. Я могу бесконечно говорить про кино. С одной стороны, это был, конечно, авантюра изначально. Но мне кажется, то, что она выжила и дошла до большого экрана, это мечта режиссера этой картины. Вы услышите, как это звучит в кадре. Ну и я считаю, что это наша победа. Мне кажется, зрители заходят в честное кино, честное искреннее кино. Зрители уже не тот, который был 10 лет назад. Это липлянец американский и некупленная идея. Чего мы тоже не раз сделали. Но это наша комедия. Комедия должна быть авторской. Она должна принадлежать авторам, которые живут среди народа, в народе. Я глубоко в этом убежден. Потому что плачут везде по-разному, везде, точнее, одинаково, а смеются везде очень по-разному. Мы проект с Виктором Шамировым, который в большинстве случаев продюсировал Андрей Новиков, они и не собирали таких, они не были представлены как прокатные какие-то крупные проекты. Но на самом деле это единственное, за что мне не стыдно, то, что мы сделали. Это и «Игра в правду», и «Движение прекрасно», «Дикари», «Сыно, что просто происходит». Ну и, надеюсь, наша продукция тоже будет честная, народная киношка. И кто-нибудь подойдет ко мне и скажет реплику из этого фильма. Будь ты проклят. Нет, у нас нет такой реплики. Но да, смотрите. Все. Ну, спросите еще что-то. Хорошо, расскажите нам, пожалуйста, хоть мы не смотрели фильм, мы будем с нетерпением знать, какую сцену снимать тяжелее всего и почему. Может быть, не с первого раза, или что-то не удавалось очень долго. Ну, что вы вымучили? Что ты смотришь? Скажи. Ну, постельные сцены, конечно. Самое сложное, да, я скажу, это был секс собак. Секс-собака снять невероятно сложно. Я даже звонил друзьям, режиссерам, никто не мог вообще. Причем они как-то не очень понравились друг другу. И вообще, и так, и это. Но мы придумали, вот как это сделать. Вы увидите, сразу отметите, вот толковые ребята. Толково подошли творчески. Вот. Истории такие разные, я вам скажу. Вера снимала лирическую такую историю, и она снималась зимой. У нас такая лента получилась, я вам скажу. У нас и лето, и зима, и осень. У нас вообще полотно, целый год жизни, как снимается вот картина, собственно. И герой в финале встретится на премьере этой картины. Прямо в этом же зале. Вот. Ничего еще сложного. Сложно было вытащить артистов бесплатно сниматься, вот это сложно было. Все спектакли, уставшие, ехали. У нас где-то по одному дублю было, потому что приезжали прямо, кто-то ночью снимался, не уходил дальше сниматься на ночную смену. То есть в этом... Вытекающий вопрос. Все ли артисты сразу согласились? Да. Все меня знают и знают, что я очень коварный и подлый человек. Поэтому если обращаться к кому-то, ну, конечно, не все. Кто-то нас знали во-первых, я всегда начинал речь, посмотрите короткий метр Полякова. Мы отталкиваемся от него. Мы идем влево-вправо, придумываем. Это вот такое. Мы, в принципе, доверяем. Артисты часто идут на эксперимент в коротком метре. Это же коллаж из коротких метров. То есть никто не заходил. Кто-то заходил там, в историю, небольшая эпизодическая роль. Потом мы ему придумали небольшой эпизод в другой истории. И за счет времени мы переплетали, мы его писали как бы по ходу действия. Вот такой в этом смысле очень современно звучащего. Например, мы снимали «Сидя дома» ситком, мы снимали на премьере. Мы смотрели, когда изоляция была, и мы писали серию, еще не зная, что будет дальше. И вышли 1-14 апреля. И собрали, сделали для премьеры 40% поняли аудиторию. И мы вышли первые. Также мы двигались таким путем. Там более проверенный жанр, ситком. Писали там, знаете, профессионалы, авторы. А здесь писали мы, артисты, режиссеры, созванивались, придумали ходы.
То есть это наша такая творческая лаборатория. Независимая комедия называется она. Скажи что-нибудь. Ну давайте, ладно, давайте я скажу. Если уж... Вы спросили, на самом деле, что было сложного. А для меня, как для дебютанта, когда у меня не было ни одной режиссерской работы до этого, я очень долго работал вторым режиссером, наверное, это я и хотел показать вообще в кино, как второй режиссер вообще видит съемочную площадку, потому что все знают про режиссеров, про актеров, про композиторов, но про второго режиссера никто никогда ничего не знал. И самое интересное, что в этой работе его нет. То есть, наверное, вот это как взгляд камеры такой, такой весь ужас, который творится вокруг второго режиссера, вот на что он смотрит. И для меня, как для режиссера-дебютанта тогда, я, наверное, никогда не был так счастлив, снимая вот эти вот... Это были два вообще потрясающих дня в моей жизни, когда никто никого не торопит. Все работают не просто сообща, а это была какая-то невероятная творческая энергия между нами летала. Серьезно, я знаю, что это, может быть, сейчас звучит как-то нарочито, но, поверьте, это абсолютная правда. Еще по поводу музыки хочу сказать. Может быть, я немного запалю контору, вот вы спросили, да? Там есть такая пасхалка интересная во время «Жить, время умирать». А, заглавная тема, вот вслушайтесь в нее, я сейчас не могу произнести, но она звучит минорно, а вообще это переделка очень задорной, всем абсолютно известной киношной темки. Да. Из мультфильма, на котором мы так не смогли купить права. Да, поэтому мы можем сказать, но вы просто послушайте, насколько она... Здорово звучит в минорном исполнении, и все благодаря нашему композитору. Руслан Микьян. А где он? Я только хотел обратить на него внимание, а он сбежал. Да, да, да. Еще вопросы? Фильм. Ну ладно, да, вопрос. Хотелось бы повторить еще раз такой опыт, и будут ли «Парадоксы 2»? Ну, у нас и есть идеи, у нас «Парадоксов» есть уже. Какие-то идеи мы придумали, причем я еще в прошлом году мы хотели. Я хотел снять про пробки в области. В общем, там много идей как парадоксальных. Ты когда обращаешься заниматься этим, ты смотришь просто по-другому на жизнь. Я не могу просто выложить вам сейчас несколько историй, повеселить вас. Я их продам после этих историй. Поэтому они сразу разлетятся. Поэтому мы собрались десяток, конечно, есть парадоксальных каких-то странных историй. Что-то нечто подобное делал Тимур Бекмамбетов с «Елками». Там были, конечно, там были другие приоритеты, наша дружная семья, страна и так далее, и какие-то отношения. Но мы наше микро-черное зеркало мы посвящаем, конечно, каким-то смешным, комедийным, идиотским ситуациям, но которые хозяйничают с нами. Ну, и полно этих историй, куда мы, люди без денег живут, а Сбербанк говорит, отрезает половину себя. Ну, то есть, не такой парадоксик. А так там таких много. Можно высказать и истории. Я на языке чешется с Петром, но я не могу рассказать автору. Если получится, если мы, нам повезет, и народ все-таки рискнет жизнью и заглянет в кинотеатр, и мы там чуть-чуть там что-то соберем, то помимо того, что артисты, конечно, получат свои копейки, вот. Ну, это, конечно, мы поддержим всех. Но если что-то останется, то мы уж точно напишем сценарий, уже сядем. Да. А так она сделана, понимаете, вы знаете, я вам скажу, так делаются спектакли. Вот еще есть такие режиссеры, которые так делают спектакли. Когда берется талантливая труппа, берется идея и потом выписывается. Вот мы так писали «Леди Снайд», куча спектаклей, когда артист сам есть соучастник процесса. Можно просто контролировать и уметь говорить или нет. Рамки. И хорошие идеи, они как бы создают творческую группу. Поэтому это огромная, большая творческая группа. Нет сегодня, будет Саша. Самый Саша. Андриенко. Спектакль. Андриенко Саша, который исполнил чудесного алкоголика. Потрясающего. Не буду вам рассказывать сегодня. Сегодня вы будете смотреть чистую версию, да, не запиканную никак. Вот, такое нам на таком экране больше уже не будет никогда, мы его сожжем. И вы увидите. Но в принципе такую версию смотрели на этих всех шести фестивалях.
Ну вот я рассказывал, сегодня мы приезжали в Анапу, возили ее на киношоп. И я привез, и мне было очень важно, там были мои друзья-актеры, год назад. Показать, я с ним хотел снять зал и прийти к большим прокатчикам, у которых там по полторы, по две, по три тысячи копий, и показать, убедить их, пойти на эксперимент. И мы прилетели, и у нас не запустились оба диска, оказалось, что там неправильно, в общем, как-то работает проектор, мы были в аду, я чуть не умер, у меня была депрессия, и в итоге мы скачали 3 гига. В 3-гиговом качестве было изображение на экран. Это была провальная тряпка из 90-х, знаете, раньше там так смотрели. Ужасно, и полный зал пришел, я вышел, у меня просто было давление, я даже не пил. Серьезно, я вот такой был, я мертвый, сказал, извините, у нас единственное, что есть звук. Радиоверсия, здесь все слышно. Мы сели, из зала ушла бабушка с внучкой, все, они чего-то ушли. Вот, и полный зал биток, подошли все артисты, даже Саша Яцков, у которых никогда не подходит, подошел ко мне и поздравил. И бабушка еще одна подошла, говорит, сынок, слушай, я понимаю, мало денег было, даже на лампочку не хватило. Чего темно-то было, я не могу сказать, ну просто у нас качественная картинка. Там два героя сидят в парке, и за ними черные абсолютно триады, самого провала. Ну, еще у нас героиня тепленькая, ее вообще не было видно. Вот какой-то в темнотой обнимался. Да, хочу сразу сказать, что у меня очень много компьютерной графики. Хочу здоровье предупредить. Потому что если вам покажется, что герой голый в постели, ничего такого не было. Вот и наша... да, мы просто потом стирали все компьютерной графикой. Был ли кто-то из актеров, которые, несмотря на вашу дружбу, все-таки отказались у вас сниматься? Ну, все остальные, как больше не друзья? Том Круз отказался. Да, ну, не, ну, именно из российских. Из российских, ну, кто-то, там кто-то не смог. Да нет, авантюристы нас знают, я же там, я к друзьям обращаюсь, там, кого знаю, так соглашались, это как-то, тут на роль вот Андреенко Саша, алкоголика, я понимал, что это основная роль, на ней висела вся нагрузка, потому что мне нужно было виртуозно играть пьяного человека. Ну, я знаю всех пьющих, сам такой, я, конечно, поискал кого-то, тут тонкий момент. Если ты возьмешь такого артиста легендарного, там, вы знаете их всех, то потом ты его не найдешь просто на съемке, тем более бесплатно. Понимаете? Но, а Саша как раз я не употреблял. Вот я воспользовался этим. То есть ой, здесь, знаете, нужно как ловить моменты. Раз, подгадал. Тут сложно было работать в этом смысле. В эпизодах у нас снялись в экстравагантах вообще в секундах, да? Да. А я с нашим мамой согласен в самом коротком. А? Да, Фиеленом нравилось. Прямо участвовали прямо в заведомо ясном коротком эпизоде «Старгэс» прямо. Аня выехала, улыбнулась и уехала. Но он ей не ответил взаимностью, она подумала, какой странный, и уехала, добавив музыки. Вот. Потом, кто у нас еще? Да, Федя, да, приехал, прямо зная, что это будет кода, он приехал и на полчаса и сделал нам коду картины. И своим образом как бы завершил наш сюр. В общем, кино, конечно, а кино как таковому. Мама моя мне говорила, сынок, делай что угодно в кадре, на сцене, только в жизни этого не делай. Вот эта картина, наверное, о том, как кино меняется местами жизнью. И иногда мы живем сами в таких киносюжетах. Посмотрите новости наши, особенно сейчас почему-то. Да ковид тот же. Как мы не догадались снять об этом? Кто мог придумать еще более изощренные сценарий, и сколько нас ждет впереди, предвосхитить это, немножко опередить, вот это наша задача. Ну, надеюсь, мы вас не усыпим, как я сейчас своей речью, и там пойдет, кино позитивно, оно мелодично, и да, там есть эпатаж, а куда вы денетесь после эпатажа? После комедий-клаба вообще нужно повеситься всем эстрадным артистам, нет. Мы тоже там, как бы, пьемся, мы тоже там,
Кефиры. Тоже русская медиа. То есть как-то вот такое. Есть эротика, есть секс. Разный. Собачьи. Может, пойду смотреть, как-то маски. А почему все-таки решили снять кино? Ну, мы обсуждаем это. Как бы, тут такое дело. Кто-то любит, кто-то не любит. Кто-то, ну, мало людей, которые не любят российское кино, потому что любят сингапурское кино, понимаете? Там есть... Я люблю российское кино. Я занимаюсь этим, делаю это от души. Если бы я не чувствовал любовь к этой профессии, меня бы здесь не было. Я сделал «Балканский рубеж» в прошлом году, и мне нисколько не стыдно за эту большую военную картину. Я стал какой-то маленький, но след правды, я считаю, в своей жизни. Эта картина не была самоцель заработка денег, впечатления. Эта картина высказывание, как вам сказать бы, это капустником я это постесняюсь назвать, но хотя бы, знаете, самое веселое представление, наверное, артисты устраивают, когда у них капустник. Вот мы сделали что-то вроде кинокапустника, немного, но не посвятив этому весь фильм, потому что по большому счету мы пробовали писать сценарий, это было бы несколько утомительно. А мы, конечно, мы открыли окна и сделали обо всем. Но вот вы сказали так про... Там есть тема наша, почему говорят, что русское кино. Но там есть такая позиция тоже. Кстати, позиция режиссера, который снимает кино, и это самоцель его жизни. Вы знаете, вот то, что я сказал, это же получается в итоге. Вот. А когда ты пытаешься что-то сделать, ты стараешься сделать что-то хорошее, талантливое, то ты стараешься с благими намерениями, с добрыми намерениями. Вот так, мне кажется, выглядит творческий человек. Если у него не всегда получается там в финале что-то, или в прокате он не состоялся. Ну, на Олимпиаде не зря же говорили главное участие. Я говорю, вот мне кажется, вот в таком кино нужно участвовать. Нестандартным. Людям надоело скучное, вторичное кино. Вот что я вам скажу. Меня вот бесит, несмотря на то, что там это кино собирает огромные деньги, вторичное кино собирает... Меня раздражает вторичное кино. Если я могу пропустить 2-3-4 вторичных хода и все, нет, я теряю интерес. А это кино не вторично. Там нет ни идеи вторичности, ни воплощения. Оно может быть чем-то... странное, что-то глупое, пошлое, безусловно, но оно незаурядное. И мне кажется, для нашего зрителя, который сейчас вот сидит в ТикТоках, глядя на нашу жизнь, на незаурядность нашей жизни, мне кажется, это один знак, это одна территория. Поэтому мы незаурядны. А можно сказать, что когда вы бросите, как актерство и уйти полностью в режиссуру? Я так думал, что это случится уже, честное слово, я уже думал, все, пару лет назад, там, когда ты с возрастом становишься, то тебе уже, ты не снимаешься тех ролях, которые хочешь, если сам не продюсируешь кино под себя. Был бы я героем-красавцем, я бы, возможно, избрал такой путь, но я актер такой, разноплановый, как выясняется, я изворотливый. Я изворотливый, и вы знаете, вдруг уже за 50 меня открыло несколько серьезных кинокомпаний. На удивление вообще я играю там в традиционном НТВ-сериале, там хожу как все на работу, там веду там хорошая работа, мои друзья, у нас хорошие рейтинги. Ну, вдруг появилась Оля Фрэнкель и предложила мне сериал «Инсомния». Я пришел в кастинг, и мы снимаем фантасмагорию, драму, и я играю в душу. То, чего никак от меня ожидали. Хотя я в «Хаттерс» на этом учился. На ТНТ компания предложила мне материалы «Я же отец». Посмотрите, надеюсь, это комедия. Мы наконец-то мы обыграем, а?
Да нет, я хотел сказать, ну, наконец-то мы станем лучше коллеги, вот, это логично. Вот чуть-чуть про Ольгу не сказал. Нет, я... Как только я очень чувствую к себе и падение интереса к тому, что мне интересно. И на этот счет у меня есть друзья-режиссеры, и на этот счет у меня запуски продюсерских проектов, и на этот счет у меня есть десятки сценариев, которые уже написал, которые пишутся, которые ждут. Как только у меня появится 2 месяца свободной жизни, я вас уверяю, я пробегу снимать настоящее свое любимое кино «Фокус-покус», кино-кино. Или «Dream Quest», «Фантастику». Ну, я с удовольствием уйду в режиссуру. Наверное, можно вот молодым режиссерам как-то? Все-таки больше опытный, да? Были ли какие-то, знаете, все равно передряги, что-то ему не нравилось, а вы говорите, нет, надо так, мы так видим. Было ли все равно на площадке ситуации? Ну, я не могу сказать, что прям было какие-то столкновения. Допустим, я, когда снимала свою короткометражку только отдельно, то была только на монтаже, я спрашивала его же совет, и мне было важно и его видение. Вот, когда мы дошли до момента сбора, вот, встал момент, ну, вопрос о том, что надо что-то сокращать, что-то урезать. Там был момент, когда надо было там порезать часть картины. Мне не хотелось, но я понимала, что это надо. Ну вот только такие. Но опять же, это во благо цельности продукта нашего художника. Когда собрали весь альбомат, и Миша посмотрел, у Миши там были тоже жесткие такие не требования к нам. Убрать, переделать, и мы тоже соображали и сокращали полчаса картины, сократили. То есть тут творческий процесс, вы знаете, здесь главное не поругаться. Поругаться вовремя, после того, как все подписано, понимаете, все снято. Здесь нужно слышать, видеть. Ну, мы как бы ценим друг друга, мы же не просто встретились, нас никто никому не навязал. Ира со мной работала, Миша со мной отработал 3 года, я его знаю как ближайшего мне человека. То есть мы слышим друг друга. Вот. Ну и потом появился Сергей, который сказал, ребята, вы с ума сошли, сокращайте, убирайте, запикивайте. Вот. И мы прислушались, и сегодня вы услышите то, чего Сергей от нас не добился. Вы услышите, как оно звучало. У нас бабушки, конечно, сварили однажды, еще на первом показе, куда мы не знали. Выбор. Нас поставили в 23 часа после 6 сеансов, и к нам бабушки пришли. Конечно, когда началось все, они такие, и начали уходить. Ну, тогда она еще была такая, как бы, недоделанная. Зато мы там жизнь человека спасли. Да, помнишь? Ну, расскажите. Да, ну, я уже не помню. Ну, что бабушка? Да, это каждый день. Что? Ну, что вы там сделали? Да я не помню, парень лежал какой-то. Мы шли от гостиницы вдоль там пруд какой-то, речка, что-то такое. Мы шли в кинозал. Вот. У заборчика сидит мужчина в непонятном состоянии. Говорит, вас спасать, прижал к нему. А он говорит, убейте меня. Ну, это любил, пошли дальше. Помоги человеку. Позвали его там на картину. В общем, парадоксы, мне кажется, это то, что нас сегодня соберет в зале и, возможно, подумает. Вот. То, что нужно. Вообще, это стиль нашей жизни, парадокс. Я думаю, парадоксальность происходящего стала доступна нам благодаря интернету. И мы сталкиваемся с ними каждый день. Со всем, что происходит. Сейчас возьми любую новость, и она от нее сразу начинает пахнуть парадоксальностью. Любую включаю. Хабаровск, Навальный, все что угодно. Ничего. У вас еще есть, если вы не собираетесь уходить, то у вас еще есть там 15 минут. А выпивать пилю до фильма? Вы все пьете, да? Я не пью, но я со съемок приехал, и мне по контракту нельзя. Но сегодня я выпью. У меня рабочий, абсолютно не выпью. А что, вы съемки срываете? Нет, я из таких, которые не срывают.
Ну, если в кадре не помещается лицо, то оно не склеится. Нет, я уже съел. Я не образцал 20-летней давности. Тогда можно было поговорить об этом. А сейчас нет, я уже старенький. Позвольте вам помочь. Может, он уже венчал по локации? Локации? Да, снимали? Локации. У нас и в северные годы здесь. Москва. Москва. Это квартира наших друзей. Снимали у меня в квартире. В двух, да? Это наша машина. То есть, ну, я шикарный локейшн-менеджер. Я говорю сейчас. Бесплатно, мы на этом экономим. Разрешили на съемки, на ВДНХ, да? Вот. И в доме кино мы снимали на спуске. Это московская картина, но она не о москвичах. Она о стране. Она о стране. Персонажи из Лавана. Вы делаете ставки. Вы же все равно создаете, что сейчас вторая волна, коронавирус, опять закрытие всех кинотеатров. Вот, конечно, задаете кинотеатры. Вопрос, ну, во-первых, вы понимаете, что сейчас в стране только лишь 80% кинотеатров работает. 20% кинотеатров еще не открылись с того момента, когда случилась эта беда, которая всех нас посадила по домам, кинотеатры были закрыты. И мы, конечно, с Гошей договаривались об этом проекте еще до коронавируса. И когда случился коронавирус, мы собирались выйти после дня рождения Гоши в мае месяце, в июне месяце. А в июне месяце, вы сами понимаете, что и Москва была закрыта, она только открылась в июле. Сейчас есть хорошие вести от кинотеатров. Вот сегодня открылся целый регион Кузбасс, Кемеровская область. И это вот такой положительный момент. Положительным моментом является то, что кинотеатры даже на сегодняшний день в столь тяжелом положении все-таки зарабатывают. Да, иногда они зарабатывают и на российских проектах, на зарубежных проектах, конечно, всем помог довод. Вот. И уже Гоша Куценко решил слить проект, как делают великие компании, Дисней и другие, в онлайн. Ну вот был звонок ему, и говорим, слушай, давай попробуем все-таки осенью выйти. И он говорит, хочу, давай. Вот на сегодняшний день фильм уже, естественно, расписан практически, то есть поставлен в кинотеатры. И 15 октября мы надеемся, что кинотеатры не закроются, вот как раз на ваш вопрос, и все-таки фильм выйдет в прокат. И вот прокатчики все сейчас сидят и думают, а еще больше думают кинотеатры. Все понимают, что если сегодня кинотеатры закроются во второй раз, то они уже не откроются. Вот после первого вот этого закрытия кинотеатров, 10% кинотеатров вообще не открылось и уже не откроется. То есть они откроются тогда, когда сменят собственника. Кинотеатр – это такая вещь, что это стены, это оборудование, и если есть хозяин обанкротился, тот идет другой, и кинотеатр будет работать. Просто сейчас этот бизнес до того тяжелый, что нету желающих, что они придут. Вот, и то, что мы выходим вот 15 октября, могу смело сказать, 500 экранов для такого независимого небольшого проекта, это, в общем, ну, хорошая история. Но вы сами понимаете, вот как сегодня можно строить какие-то планы, соберет фильм, не соберет фильм. Мы, вот наша команда, компания СБ-фильм, мы взялись, потому что у нас есть какая-то уверенность, что фильм соберет, потому что он неординарный. Кстати, вы сегодня увидите ту версию,
Гоша сказал, что на которое на большом экране больше идти не будет. Потому что Гоша со своей командой так наснимали, что там мы на неделе две меняли различные копии, чтобы Министерство культуры нам разрешило. И мы уже все сказали, да, давайте, все запикали. Вот. Ой, у вас слово «альманахер». Нет, вот давайте вот это все убирайте, это слово «альманахер», чтобы название было только одно, и только тогда мы вам дадим прокатное удостоверение. Все, сейчас уже можем выдохнуть, у нас есть уже прокатное удостоверение, и однозначно фильм выйдет. А вот сегодня фильм некоммерческий, то есть сегодня идет некоммерческий показ, поэтому мы, и вы будете свидетелями всего того, что режиссеры натворили, то есть совсем без запикивания, все, что будет. Хотя эта же версия выйдет, могу сказать, что к нему есть интерес у онлайн-площадок. Естественно, он выйдет уже после того, как пройдет весь прокат в кинотеатрах, выйдет на площадке «Премьер». К нему также есть интерес у телевидения. Могу сказать, что фильм выйдет, кроме вот этих 500 площадок в России, он еще выйдет в Белоруссии. Просили, чтобы Гоша приехал, но я думаю, чтобы у них там снова не возникли новые движения. Мы сказали, нет, Гоша нам здесь нужен. Вот у нас здесь. Ну вот, Казахстан закрыт, мы предварительно в прошлом году с ними договаривались. Ну а то, что фильм предлагали Армению, еще когда не было этого движения, и Азербайджану, но у них там свои парадоксы, к сожалению. Вот. А по городам и селам также вот повозить, нет? Ну вот в Питер вы едете. Вы знаете, я могу сказать, что... В Питер завтра представляете. Что-что? В Питер завтра едете. Да, это не солидный большой город. Завтра у нас тоже премьера в Санкт-Петербурге. Если брать по городам, то это фильм, как бы Гоша не говорил, что это фильм для всей России, это московская история. И я могу вам сказать, что в регионах не очень любят московские эти истории, хотя мы расписали, это фильм для больших городов. Фильм о Москве, о пробках, о плитке, для них это сегодня хлеб купить, значит, и чтобы не затопило их дом, а не эти проблемы. Поэтому у нас, могу смело сказать, что порядка 100 кинотеатров только в Москве будет работать. Нас поддержали и порядка 60 кинотеатров в Санкт-Петербурге. Ну и если брать все миллионники, они все стоят в ряд. У нас поддержали все федеральные сети, это «Синемапарк» и «Формула кино», объединенная сеть «Мамука», которая взяла 45 площадок и доставила. Это сеть «Каро», это сеть «Киномакс». Это... Ну вот жалко, что Краснодарский край закрыт, Ставропольский край закрыт, закрыт Волгоградская область. Очень интересная ситуация в Калининграде, где молодой губернатор выпустил распоряжение неделю назад, что в кино можно ходить, кроме субботы и воскресенья. Это вообще за гранью. Это Нижний Новгород, который объявил о том, что ребята, можете прийти в зал 20%. Это вообще как-то за грани. Сейчас слышишь сегодня в тех новостях, что кинотеатры мы не закрываем, но не 50%, а 40-30%. Давайте уменьшать количество людей в залах. Что полностью запрещена в Москве продажа в кассах. Кассы все будут закрыты, только онлайн-продажи, либо через специальные площадки. Но все-таки надо верить в этот фильм. Я очень вас прошу, если здесь есть реальные СМИ, чтобы они реально отметили этот фильм. Еще хотел бы сказать одну вещь.
Не зря в конце фильма звучит «досмотрите фильм» режиссера. В начале фильм развивается так, что может возникнуть впечатление, но это мое личное, что что-то здесь идет не то по этому фильму. Но потом фильм развивается, и в конце это просто бомба. Поэтому досмотрите до конца. Я уверен, что вы получите удовольствие от его неординарности. Вы получите удовольствие от игры актеров. Это действительно авторская работа. Это ручная работа. Желаю, чтобы вы его посмотрели. Боже, ну, а может, надо было потерпеть еще, может, на следующий год сделать эту премьеру? Давайте, позвольте, добавлю. Да. На самом деле, очень так, хороший вопрос, переносить или не переносить, безусловно, мы его обсуждали. Мы назначили эту дату, будет как прокат 15 октября, в конце августа, примерно в конце августа, когда еще было совершенно непонятно, что, как оно будет. Мы видим итоги сентября. В итоге сентября это примерно 60% сборов от сентября 2019 года. То есть достаточно неплохой результат по сегодняшним меркам. Вот, в принципе, никак. Да. Понятно, что... Нет, вообще, на сбор в России. Ну, да. Да. Понятно, что последняя неделя пошла резко в отрицательную сторону. Количество болельщиков резко возросло. Дело в том, что за эти полтора месяца проделана огромная работа в компании «СБ Фильм», и мы действительно продюсеры фильма благодарны Сергею Борисовичу Сорочкину за эту действительно большую работу. Если мы ожидали, что фильм выйдет там 100-200 копий, то мы сейчас видим действительно под 500 копий, и это нас очень радует, вдохновляет и говорит о том, что этим всем кинотеатрам фильм понравится, иначе бы они его не взяли. Ну и, конечно же, не умаляет работы с фильмом. Но в любом случае, если бы, несмотря на какую работу, если фильм бы не нравился, то бы не играли. Вот. А что касается весны, то сейчас там такое столпотворение будет. Понятно, что через полгода закончится. Там будет такое столпотворение, что еще большой вопрос, где ты лучше соберешь. Жизнь идет, и нам надо жить. Может быть, в этом и правильно, что фильм «Парадоксы» выходит такое парадоксальное время, когда с одной стороны там все закрыто, но тем не менее театры работают. Ну, кстати, вот еще важная новость, которую хотел прочитать, буквально вчера она пришла, что в Германии прошло институт, технический университет Берлина, который занимается вопросом вентиляции и кондиционирования, в июне провел исследование на заболеваемость ковидом и доказал, что в кинотеатрах заболеть ковидом шансы очень небольшие, потому что люди все сидят, смотрят в одну сторону, между ними социальная дистанция, они не разговаривают, и поэтому передача бактерий практически там незначительна по сравнению с офисным помещением или каком-то там таком подобном помещении. Ассоциация кинотеатров Германии обратилась к правительству с просьбой увеличить квоту. То есть это очень позитивные данные, которые говорят о том, что действительно это не так страшно, как, например, проехать метро. Вы знаете, что будет, мы не знаем. Наша задача, ну, никто не знает, что будет, как говорится. Но мы живем сегодня и сейчас. Мы делали этот фильм с любовью, готовили его в прокат. Посмотрим, ну, закроют, ну, значит, что ж, будет день, будет пища. Спасибо. Скажите, пожалуйста, о фестивальной жизни. Есть ли какие-то планы на участие в каких-то фестивалях? Фестивали закрыты. Ну, сейчас. Ну, почему нет? Вот, кстати, в Сочи будет русский британский кинофестиваль. Пятый ежегодный. Я знаю, что оргкомитет очень активно работает в этом направлении. Да, это какой-то прошел. Ну, да. Кинотавр, киношоу был, вот московский. Мы не показывали, я же говорил, мы не можем участвовать в конкурсах, потому что у нас три автора. А это условия мы фестивали. Да, должен быть один автор. Ну, а так мы в прошлом году покатались, еще нам долго ждали. Через нужно выходить, мы уже пересидели. Как можно мы все здесь сейчас? Я прошу прощения, уже 15.02, наверное, надо уже двигаться в сторону кинозала. И давайте посмотрим фильм.